Вот металл везет баржа на переработку. Решил вот что-то сегодня скопление барж напротив нашего дома. Вот и этот. Как говорится, трафик. На каждой барже, вот видите, машина стоит. Они, когда становятся на парковку, машину снимают и везут. А вот тут припарковался, видите, контейнеровоз. Вот стоит, вот расход, как говорится, расходится. Вот там рабочие, там в этом, в трюме. В трюме контейнеры стоят. Не пускают их. Там красный свет горит, вон светофор. Вон там светофор горит, красный свет. А вот включил радар, крутится, видите? Проверяет, все ли там. А вон стоит тоже загруженный, и впереди стоит загруженный. Вот сейчас как загорится зеленый свет, баржи пойдут. Но я смотрю, зеленого света не загорается. Бегуны тут бегают. Вот. Пока солнышка нету. Вот. Интересно, долго будет гореть красный вон там свет или нет? Сейчас пойдут, вон там уже этот давно пришел. Вот этот вот загружен по самые, как говорится, ватерлинии. А другой вот стоит тоже загруженный. Ну, красный так и горит. Не это самое, не получается. Зеленый. Видимо, там сейчас будет идти еще одна баржа. Сейчас посмотрим. Tu as parlé en français? Non, en anglais. English? Et quelle nationalité toi? Roumain? А по-русски понимаешь? А? Nein? You speak English? Et alors, bien travaillé? I live in here. I live in my house, it's here. И le ship c'est Belgique ou en France? Belgium. Ну вот тут, смотрите, ну это как рабочий или моряк, который работает на этом, на этой барже, вот это Станфорд называется, это бельгийская баржа. Вот
Ага, румын, вот работает, как говорится, ну как моряком или как он тут. Они вот пришвартовались, видите, у нас здесь кнехты, вот они, кнехт, вот они пришвартовались. Вот, и вот он там курит. И это самое, вот они. Я знал одного бельгийца тут, он работал тоже со своим, как он мне тогда рассказывал, со своим, ну, его дядя имели такую баржу. Вот, и они, ну, в принципе, по заработку, как он говорил, они неплохо зарабатывают, вот. И поэтому, ну, это еще долго, наверное, будет стоять, ждать красного света, потому что они не включают. Видимо, там оттуда будет еще идти баржа, там же проход через шлюз. И вот они ждут своей очереди. А это вот немножко отошел от края, видимо, скоро включат зеленый свет. А я слышу, что вот он стоит тут, этот докер, этот, или как там, морячок, вот он. А он стоит и говорит по телефону. Ну, сразу видно, слышно, что не это самое, не на французском языке разговаривает. А потом я у него, видите, спросил, а он, оказывается, из Румынии. Румынская республика, как мы раньше. Вот идет, по-моему, там. А нет, там это самое, нет, все красно. А этот вот пятится назад, уже скоро. Он не пришел.